Всем привет! В сегодняшнем видео хочу поговорить про 5 необходимых вещей для молодой мамы, которые облегчат вам жизнь. Это те предметы, необходимости в которых раньше у меня не было до появления ребенка, до ухода в декрет, и сейчас я поняла, что это очень классные вещи, и они облегчают мне жизнь просто каждый день. Начнем с первого, и то, что мне понадобилось сразу в первые дни моего материнства, это беспроводные наушники. Я сразу поняла, что проводные наушники — это не мой вариант. В любом случае, очень много времени ребенок у вас находится на руках, но в то же время есть какие-то звонки, на которые нужно отвечать. Допустим, вам нужно говорить не на громкой связи, чтобы, опять же, не разбудить ребенка. И беспроводные наушники — это прям идеальное решение для молодой мамы. Плюс ко всему, вы можете что-то смотреть, слушать и так далее, когда ребенок спит, и передвигаться при этом, делать какие-то свои дела или находиться с ребенком на руках. Я считаю, что беспроводные наушники — это прям must-have молодой мамы. И если, допустим, у вас нет средств на AirPods, которые, в принципе, идеальны во всех отношениях, то есть прекрасная альтернатива. Это шведский бренд Studio. И мне предложили быть амбассадором, другом бренда. И отправили вот такие вот беспроводные маленькие наушники. Они очень удобные, они очень компактные. Они в 2 раза дешевле наушников AirPods. В принципе, по функционалу они ничем не уступают. Единственное, дизайн у них немножечко другой. Отличается. У меня вот такой вот темный вариант. Качество звука отличное, и я считаю, что это вот прям классная альтернатива. Если выбирать баланс между ценой и качеством, то бренд Studio — это вот прям 100% попадание. У них такой лаконичный, стильный дизайн упаковок. Есть еще вторые наушники, вот такие уже объемные, большие. В них мне удобно монтировать видео, но если вы будете ходить в таких наушниках с маленьким ребенком, я думаю, что его это будет очень сильно отвлекать, поэтому все-таки выбирайте какие-то маленькие, компактные, незаметные модели, потому что, когда мой уже годовалый ребенок видит эти наушники, у него, конечно, дикий восторг, ему хочется тоже их померить и попробовать послушать музыку, что это такое у мамы на голове. Поэтому вот такие большие наушники все-таки удобны для монтажа, для каких-то работ за компьютером, но это все-таки недорожный вариант. Итак, вещь номер 2, безумно бюджетная, но которая тоже освободит ваши руки, это держатель на телефон для коляски. Я использовала этот держатель из большой коляски, когда ребенок был совсем маленький, и вы наворачиваете просто круги и километры, и, конечно, скучно просто так ходить, когда ребенок, допустим, просто спит в коляске, хочется что-нибудь посмотреть или послушать, в руках держать не очень удобно, плюс если это осень или зима, еще и холодно держать. Вот такой держатель — это прям, ну, идеальное решение для коляски. Телефон не выскакивает, за счет резинового основания телефон очень крепко держится, он не выскакивает, даже если вы едете по каким-то там кочкам, неровностям, все будет на месте, телефон не упадет, не разобьется, проверено. Год с лишним я использую этот держатель, и все у меня супер окей. Стоит копейки, а функционал просто на миллион, на мой взгляд. Третья вещь — это сумка или рюкзак, с которой вы, опять же, будете ходить на прогулку с ребенком. Я уже показывала специальный такой детский рюкзак, мамский рюкзак, который я заказывала с AliExpress. Он выглядит вот так. Да, он функциональный, но он больше для каких-то дальних поездок или походов там, в поликлинику, если вам нужно, или если вы идете в гости с ребенком. Для прогулки он все-таки достаточно большой, и лично мне столько вещей с собой не нужно, поэтому я присмотрелась к рюкзаку, который был бы и компактным, и уже более стильным, выглядел хорошо, сочетался с моей одеждой. И когда я увидела бренд Gaston Lugo, я просто влюбилась в этот дизайн. Так что мы вместе с мужем купили одинаковые модели. У него рюкзак черный, у меня желтый. Они выполнены в унисекс стиле, поэтому мы даже можем ими поменяться. В общем, это очень удобно не только для молодой мамы, но и в принципе, если вы любите рюкзаки, если вы носите с собой ноутбук, он туда прекрасно помещается, поэтому вот прям большая рекомендация, если хотите качественный, стильный, вместительный рюкзак, то вот этот бренд просто меня удивил и был моим открытием в этом году. Четвертая незаменимая просто вещь — это термокружка или стакан для горячего. Вот так он выглядит. Я его заказывала на AliExpress. Он с вот такой вот ручкой. В принципе, даже можно его нести за ручку. Но он не нагревается вообще. У этого стакана есть такая крышка. Можно закрыть, ничего не прольется. Он помещается в подстаканник, который идет в комплекте с коляской. Также, если в коляске у вас нет подстаканника, то можно тоже отдельно на AliExpress заказать что-то подобное. И вот это крутая вещь на зимний-осенний сезон. Как видите, здесь немного
стерлась краска. Но сразу скажу, что такой стакан, он намного дольше держит тепло, если вы гуляете в холодное время года, осенью или зимой. Либо делаете себе согревающий напиток дома, либо заказываете в кафе просто в свою посуду. Это намного дольше остается горячим, нежели если бы вы просто купили там кофе или чай в кафешке в обычном картонном стаканчике. Поэтому рекомендую присмотреться к вот этой вещи, она просто незаменима, очень классная. Кстати, в некоторых кафешках еще и дают скидку за то, что вы используете свою тару, так сказать. Ну и последний, пятый пункт, который я не смогла оставить незамеченным, это домашняя одежда. Так как твой мир меняется с ног на голову, и тебе абсолютно не до себя, можно хотя бы как-то скрасить свой внешний вид и свое состояние тем, как ты выглядишь дома, потому что, ну, в декрете, кроме прогулок, остальное время практически все находятся дома. И лично мне помогало то, что я хожу в каких-то красивых, милых домашних костюмах, а не в старой футболке, потому что и так у меня видок, если честно, был не очень. Я лично в красивой домашней одежде чувствую себя намного лучше и комфортнее, нежели если бы я ходила в какой-то старой одежде. Поэтому я купила себе несколько комплектов на AliExpress домашней одежды. Атласная, очень красивая, очень комфортная. Мне можно и спать, и ходить дома. Очень приятно, что по бюджетной цене можно купить сразу несколько вариантов, менять их, стирать и, в общем, выглядеть при этом мило и красиво. На этом у меня все. Счастливого вам материнства и пока-пока!